Привет, Лола. Я в Айдахо. Позвоню из Twin Falls. Скучаю. Обними Джозефа за меня. Ты в порядке? В порядке. Иди, как мама учила. На встречу машинам. Чего? Тебе 15, а мне 45. Думаешь, я не знаю, что делаю? Я-то не знаю. Поэтому я с тобой. Меня зовут Джо Белл. И я пройду всю Америку, чтобы выступить против травли. В школе надо мной издеваются. Почему? Просто я другой. Я... Джейден, это не ответ. Я гей. Не переживай, все будет хорошо. Все разрешится. Джо. Что? Не разрешится. Мой сын покончил с собой в 15 лет из-за травли. Это ваша вина. Вы знали, что он страдал, и что сделали? Я многое узнал в дороге. Когда ты совсем один, приходится учиться. Будь осторожен. Лола, я видел его. Я чувствую, он рядом. Я думал, природа поможет тебе стать мужчиной. Что значит быть мужчиной? Я боялся за тебя. Все переживали за тебя. Он знал, что ты любил и принимал его. Вот что важно. Верно? Я не говорил ему, что он нормальный, и буду жить с этим. Я не могу продолжать, я хочу домой. Раз идешь ради Джейдена, пусть он решает, когда пора домой. Если зайдешь достаточно далеко, сможешь найти меня. Я подвел сына, и слишком поздно что-то исправлять. Я хочу, чтобы вы запомнили одну вещь. Цените и принимайте ваших любимых людей. Другого шанса может и не быть. Джо Белл.